Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю! В эфире «Минск чрезвычайный», у микрофона Анастасия Гарба. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. Традиционно вначале остановимся на цифрах статистики. С начала года на тушение пожаров и ликвидацию ЧС столичные спасатели совершили уже более 2500 выездов. 7 человеческих жизней огонь забрал за это время. 26 человек пострадали, почти 200 были спасены и эвакуированы из опасных зон. Минск чрезвычайный. А теперь о происшествиях минувшей недели. В целом она прошла без каких-либо серьезных по своим последствиям происшествий. Серьезная авария произошла утром во вторник на проспекте Дзержинского. Автомобиль вылетел за пределы проезжей части и врезался в вентиляционный киоск метро «Грушевка». При неудачном перестроении 38-летний водитель совершил столкновение с другой машиной, которую и отбросила на металлическую конструкцию. Спасателям, прибывшим на место происшествия, пришлось деблокировать из поврежденного авто 23-летнюю пассажирку. Девушку и водителя искореженной легковушки доставили в больницу. А в воскресенье работники МЧС выехали на вызов минчан на улицу Есенина, которые пожаловались на то, что голова их котенка застряла в радиаторе отопления. Спасатели при помощи подручных средств помогли животному выбраться из западни. Кот не пострадал. В очередной раз напомню, что подобные вопросы не входят в компетенцию МЧС, и каждый такой случай рассматривается индивидуально. Минчанам нередко удается уговорить спасателей помочь домашнему животному. Исходя из соображений гуманизма и при наличии возможности, если в этот момент помощь людям не требуется, спасатели откликаются на такие случаи. Минск чрезвычайный. Дождливая погода установилась вчера в Минске и сохранится в республике на этой неделе. В связи с этим МЧС объявила штормовое предупреждение и призывает всех быть внимательными и осторожными. Не парковать автомобили под деревьями, без надобности не совершать длительных поездок. А в случае обнаружения нештатной ситуации, незамедлительно сообщать об этом по номерам 101 или 112. По сообщениям синоптиков, на смену штормовому циклону придут уже и первые заморозки. А это значит, что отопительный сезон не за горами. В преддверии начала отопительного сезона в Беларуси наступает горячая пора. Причем словосочетание «горячая пора» приобретает буквальный смысл. Многолетняя практика показывает, что начинается сезон пожаров в частном секторе. И подавляющее большинство загораний происходит из-за неисправного печного оборудования либо нарушения правил эксплуатации электрообогревателей. Чтобы не стать погорельцем, подготовьтесь к сезону заранее. Как говорится, готовься не зимой, а селегу летом. Вот только многие эту народную мудрость игнорируют. Ведь за весенне-летний период лишь единицы находят время привести свои печи в порядок. Статистика показывает, что в 90% случаев красный петух клюет именно безответственных хозяев, отказывающихся понимать, что печь необходимо готовить заранее. МЧС рекомендует жителям уже сейчас обратить внимание на эти проблемы и в преддверии холодов проверить исправность печи и дымохода, устранив недостатки. Вычистите сажу, заделайте трещины специальным известковым раствором и побелите дымоход на чердаке, чтобы впоследствии по закопченным местам можно было легко обнаружить трещины и устранить их, тем самым предотвратив трагедию. Перед дверцей печи на полу прибейте металлический притопочный лист, тем самым исключив возможность загорания деревянного пола от выпавших раскаленных углей. Минск чрезвычайный. Как показывает статистика, больше половины печных пожаров происходит в тех домах, где живут престарелые люди. Они не всегда могут отремонтировать печное оборудование, а позаботиться о них могут лишь их дети, которые, к сожалению, не всегда находят на это время. Позаботьтесь о безопасности ваших родителей. Приведите родительский дом в пожаробезопасное состояние. Ведь отремонтировать ту же печь гораздо дешевле, чем устранять последствия пожара. Что же касается электронагревательных приборов, чтобы избежать беды, не оставляйте их без присмотра. Периодически очищайте устройство от пыли и не сушите на нем вещи. Не используйте самодельные приборы и самостоятельно не ремонтируйте неисправные. Доверьте дело специалистам. Следите за тем, чтобы вилки и розетки не нагревались, ведь это первый признак поломки прибора или перегрузки сети. Пускай электронагревательные устройства приносят в ваш дом только радость и тепло. На сегодня это все. Берегите себя и своих близких. До встречи в следующий вторник. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.